внешнему виду этот комплекс мало чем отличается от того известного комплекса БУК, который производила Российская Федерация. Вместе с тем, это абсолютно новый комплекс, разработанный на нашем предприятии. Вся аппаратура выполнена на современной элементной базе с применением методов цифровой обработки сигнала, процессорных технологий. В комплексе установлены новые автоматизированные рабочие места на основе жидкокристаллических дисплеев, цифровая связь, цифровой комплект средств связи, цифровая навигационная аппаратура. То есть все средства, вся начинка, все внутренности этого комплекса абсолютно новые. Поэтому мы утверждаем, что это новый зенитно-ракетный комплекс, который по эффективности своей, по боевым возможностям не уступает современным комплексом противовоздушной обороны средней дальности. Мы обеспечиваем полный комплекс обучения специалистов заказчика вот по комплексу БУК. Наше предприятие гарантирует полный комплекс услуг по обучению персонала, начиная от индивидуальной подготовки специалистов, инженерно-технического персонала, командного состава для подразделений, вооруженных комплексом БУК, включая боевое слаживание подразделений, в том числе и с проведением боевых стрельб на полигоне. Кроме того, мы обеспечиваем сервисное обслуживание этого комплекса в процессе гарантийного периода эксплуатации и постгарантийного периода эксплуатации. Осуществляем техническую поддержку эксплуатации этого комплекса. Для того, чтобы эффективно использовать средства противовоздушной обороны, особенно в сложных условиях обстановки, в условиях холмистой горной местности, в условиях радиоэлектронных помех, в современных условиях требуются автоматизированные системы управления. Вот одним из таких примеров разработки нашим предприятием системы управления войсками является командно-штабная машина «Редут». Она обеспечивает полную автоматизацию работы должностных лиц, органов управления сил ПВО на этапе подготовки и в ходе боевых действий войск. Обеспечивает поддержку принятия решений командирами на этапе планирования боевых действий. И вот применение таких машин в войсках реально повышает эффективность системы противовоздушной обороны примерно на 15-20%, что равносильно приобретению каких-то новых дополнительных средств противовоздушной обороны. Это очень эффективное средство, и оно может использоваться в войсках противовоздушной обороны как средство автоматизации управления войсками. Теми технологиями, которыми мы владеем, мы обеспечиваем на соответствующем уровне передачу нашему заказчику при поставке вооружения в ту или иную страну.